Стадион «Динамо», Киев, 2024. Смотрим картинку стадиона «Динамо». Вот номер 11. Стадион «Динамо». Книжка Наталії Забєлої «Рідний Київ. Розповідь про столицю Радянської України». Издательство 82-го года ВСЛК. Киев, кстати, на украинском языке, советское время. Стадион на украинском, стадион «Динамо». Там был еще ресторан, вот здесь было кафе, там, где сейчас мяч. Сейчас это называется стадион имени Лобановского еще. Там был открытый, закрытый бассейн. Все сварилось? Много разных еще спортивных сооружений. Сейчас есть стадион, где проводятся в основном футбольные матчи. Вот рядом Европейская площадь и Крещатик. Welcome to Kyiv.